Вот это дом, где жил и творил Николай Лобачевский. Кремлевская, 18, рядом с главным зданием Казанского университета. Двухэтажный дом был построен в конце 18 века и является объектом культурного наследия. Ко дню рождения Николая Лобачевского в отреставрированном доме открыли музей. Здесь кабинет ректора, его библиотека, выставочный зал. Дом хранит личные вещи, книги и письма великого математика. Фарид Мухаммедшин назвал это событие историческим. Это дань уважения к этому выдающемуся ученому, советскому, российскому, татарстанскому, если хотите. Почти год международное жюри решало, кому отдать именную премию. В списке кандидатов были российские, американские, немецкие, норвежские ученые, специалисты из Израиля и Чехословакии. Премию решили присудить профессору Калифорнийского университета Ричарду Шейну. Важным открытием 67-летнего ученого стала разработка практического приложения к теории гравитации. Он доработал теорию относительности Эйнштейна. Получать награды в более старшем возрасте лучше, ты лучше понимаешь, что является важным в жизни. Размер премии 75 тысяч долларов. Это самая большая сумма за всю историю. Университет возрождает традиции, когда больше 100 лет назад награду вручали не за счет государства, а за счет попечителей фонда вуза. В то время они собирали со всего мира тоже, и эти деньги ложились в банк, и вот первая премия была вручена в размере 500 рублей за счет дивидендов, которые были получены от этого вклада. Медали премии Лобачевского теперь будут вручаться раз в 2 года. Анна Городнова, Шат Мухаметов, ТНВ, Казань.